Вы меня не ждали? А я снова с вами. Те, кто меня не любит, ненавидит, кому я уже скучна, нудна и так далее, тропаля, я все равно буду перед вами, и вы меня будете смотреть, потому что я снимаю для тех, кто меня любит, кто проникся мной, кто ждет моих влогов. Для вас все это. Сегодня день пройдет под девизом «Неполадки во всем». С утра я просыпаюсь, и что я первым вижу? Прыщи нахер. По всему нижнему овалу лица. Как называется, смерч прошелся незаметно, да? Из-за чего это, как вы думаете? Нет, не из-за гормонов, а из-за того, что я 4 дня назад поела в Макдональдсе. Я обожаю Макдональдс, честно. Вот те люди, которые говорят, фу, как это можно, что такое? А посрать, как это можно? Я люблю Макдональдс, я люблю есть там все, но последствия налицо, как говорят. А вы знаете, что все самое прикольное? Вы этого просто не видите. Саша сзади... Сзади камеры просто стоит передо мной на коленях. Прям умиление полнейшее. Все ради вас. Все ради того, чтобы вы меня смотрели. Мы идем на такие жертвы, если честно. И тратим столько на это время. Короче, ладно. Поверьте, все модели жрут Макдональдс. Все модели, практически большинство моделей, курят. Я не курю. Сразу говорю. Но так выходит, между кастингами везде все жрут Макдональдс. Это вам кажется, что все за здоровый образ жизни? Нет, я поддерживаю здоровый образ жизни. Я тоже стараюсь, типа, правильно питаться, да? Но, блядь, если это охрененно, если это вкусно, ну я жертвую своей кожей. Короче, проснулась я, вся прыщавая, намазалась, пошла на работу. Поработала, походила, варежками потрусила. Скучно было, нудно, не модно, не актуально. Вот, пошла в банк. Мне, кстати, сделали карточку. Мне сделали в приват-банке карточку, на которой теперь вы все, кто хочет моих изменений, кто верит в меня, кто хочет наблюдать дальнейшее мое развитие, даже те, которые обсирают, но все равно смотрят меня. Для вас я сделала карточку, чтобы мои процессы, процессы метаморфозы, происходили быстрее. То есть тот человек, который хочет, он скинет гривну, 2, 10 гривен. На бюджете вашем это никак не скажется. Мне будет очень приятно, и денежка к денежке уже и 1000. Им да, мне не стыдно, потому что я иду к своей цели, я иду к своей цели с вами. И мне кажется, мы добьемся больших результатов, и это будет реалити, это будет на ваших глазах, это будет вашими силами. То есть вы, как в игре The Sims, да, влияете на судьбу человека. Я пошла в банк. Простояла там, нельзя материться, да, отнюдь. Простояла отнюдь невеликолепно я 3 часа в банке, чтобы спросить, дали мне карточку. Охрененно, блин. Почти все свое время обеда я простояла там, чтобы вы понимали. Получила я эту карточку, счастье мне почему-то не прибавилось. Пошла, пожрала, покушала. Ну, что-то вкусненькое съела, да. Короче, день реально был херовый. Я думаю, уходить с работы. Вот честно, мне так задолбалось каждый день работать. Ребята, вы не представляете, каждый день одно и то же. Нет, я люблю свою работу. Конечно, я вам не скажу, кем я работаю. Но я работаю по секрету. Я работаю тайной проституткой ООН. Я, короче, вниклась в кубло проституток местного Киева. Вот, и теперь там подрабатываю. А вы думаете, откуда у меня такие губы? Подарили. Надеюсь, скоро шуба будет. Мне не хватает времени теперь для вас. То есть это произойдет, но я не знаю, когда это произойдет. Но я уже к этому иду. И знаете, почему еще одно западло? Это реально, знаете, это как вот, наверное, с парнями из... Ну, у девушек такое бывает в основном, честно, вы меня поймете. То никого, то все. Как намет мухи собрались. И начинают кружить тебя. То есть предложения за предложением стали поступать. А раньше где вы были, а? У меня теперь агашеньки, то есть мне предложили очень серьезный контракт уехать в Париж от московского модельного агентства. Почему-то в Украине меня не хотят. Мы еще с Сашей в октябре сделаем для вас трансляцию, где мы с ним будем отвечать в онлайн на ваши вопросы. Типа в прямом эфире, да? Мне кажется, это будет для вас интересно. И потом нахер улетим. Сегодня мне приходит письмо от модельного агентства, что когда я могу собраться, улететь. И вы понимаете, когда у меня началась любовь с вами, так можно сказать, да? Меня что-то останавливает. Я не хочу лететь. И это, наверное, очень сильно тормозит мое какое-то развитие, да? Я, наверное, как дура с высшим дипломом торгую семечками, грубо говоря. А упускаю свой шанс. Но, честно...
Я все сейчас вешу для себя, да, лично. Может, я если и улечу, я там буду снимать для вас видео, вам будет это более интереснее, да. У меня началась такая бурный роман с вами. Я не хочу вас кидать, потому что без Саши кто будет это монтировать, снимать и выкладывать? Ну согласитесь, не я же. Все планы я, по-моему, вам озвучила, да, наперед. Будет видео, ответ-вопрос Андрюшки. Так что я люблю вас, целую. Ваша танцуха Анжела.